Ну что ж, ребят, мероприятие у нас продолжается, и мероприятие наше посетила команда, ребята из команды, которые, к сожалению, не смогли пройти на основную часть турнира, но все-таки они пришли, они молодцы. И вот, ребят, что можете сказать вообще о мероприятии в целом и о последних играх, которые вы успели посмотреть? Можем сказать, что уровень команд настолько вырос, что мы не прошли на само мероприятие. Пришли посмотреть интересную игру. Команд очень много новых, и старые присутствуют. Думаю, будет весело. Плюс конкурсы всякие разные. Думаю, интересные мероприятия стоит посетить в выходные. Да, действительно, участвует много команд, даже много новых команд, причем которые прошли реально, которых особо никто не знал, и они все равно прошли и играют здесь. И еще то, что играют еще и в другие игры, то есть это тоже, я считаю, классно, что развивается не только Dota, вроде как Dota самая известная считается, но не только она развивается. Ну и уровень, естественно, тоже растет с каждым разом, уже не первый раз проводят. Я как бы стараюсь посещать такие мероприятия, довольно интересно на них встретиться с теми, с кем ты там играешь обычно в онлайне, там, и увидеть новых людей, которые там играют, возможно, найти каких-то себе тиммейтов, ну, вообще просто пообщаться. Понятно. Скажите, вам вообще обидно за то, что не получилось посидеть вот за этими компьютерами на сцене, там, то, что не... Ну, скорее, не то, что вы не прошли, а скорее вот, чтобы посетить это мероприятие в качестве участников. Не, ну, конечно, всегда охота, как бы, это понятно, что хочется, ну, не получилось, будем пробовать искать на какую-то более лучшую команду, все равно когда-нибудь получится. Часть обиды, конечно, есть, но мы можем прийти посмотреть тоже. Мероприятие не пропадет. Да. Хоть участникам, хоть зрителям, это интересно людям. Да, можем прийти поболеть за тех, кто... Реально есть люди, за которых хочется поболеть, прийти, которые мы знаем, что сильные команды. И... В турнире один на один-то будете участвовать? Естественно. Конечно. Вот ради него и пришли. Ради него, да. Понятно. Ребят, а еще такой вопрос. Может быть, какие-то наставления на следующее, что стоит учесть в следующий раз, когда будем проводить мероприятие? И все-таки, вот по-вашему, в чем разница и главный плюс вот того тех мероприятий, которые мы проводим там, в компьютерном клубе Tekken или вот здесь? Ну, вообще атмосфера здесь намного лучше. В Tekken я, вот, допустим, не могу играть. Ну, тут и зрители, и как-то более... Такая спокойная обстановка, приятная для игр. Ну, атмосфера, да, как лучше. Именно Tekken, он не направлен на то, чтобы там присутствовали какие-то зрители, как бы, и направлен только на то, чтобы там просто сидели и играли, а это не так интересно, со зрителями все-таки это, и как бы, больше ответственность даже, можно сказать, и интереснее играть, когда еще стрим при этом идет, то есть, ну, намного лучше. Понятно. Ну, и наставление на будущее. Что следует учесть в будущем для организаторов? Надо сделать больше команд все-таки на лане, как попытаться, чтобы... Мне кажется, потому что компьютеров мало, как я насколько знаю. Хотелось бы побольше. Как-то сделать, не знаю... Ну, может, команд больше на ланах. Вот это было бы поинтереснее, мне кажется. Ну да, возможно, даже как-то можно разделить команды как-то по уровням. Это тоже было интересно, что есть какие-то команды, которые мы знаем, что они сильные, они всегда проходят, и этого не дают шанс каким-то начинающим командам. Спасибо большое за интервью. Вот, приходите еще раз. Удачи вам в турнире 1 на 1. И я думаю, скоро увидимся.